нашего суперпроекта. Я приглашаю сюда Милану Мирзаханян, Всеволода Рудакова, Анна Машкорина, Таисия Подгорная. Ну и, конечно, Валерия, прошу. Пелагея, я так хочу сказать огромное спасибо за многообразие музыки, которую мы сегодня услышали. Большое. Так круто. Это они вот все. Я хочу поблагодарить Диму за многообразие эмоций, которые вам нам подарили. Всегда пожалуйста. Да, давайте, Дима, с вас и начнем. Вы, друзья, потрясающие люди. Вот 16-й год, понимаете, на дворе. А вы этот год взяли и подмяли под себя уже, понимаете? Теперь говорят о вас, думают о вас, смотрят на вас. В интернете, где угодно, обсуждают. Я надеюсь, только с хорошей стороны. Но вы пестрые люди, совершенно не похожие друг на друга. Но я бы хотел бы отметить все-таки, конечно, удивительный голос Азера. Да. Спасибо. И я понимаю, что, возможно, ты это часто слышишь, но не привыкай, пожалуйста, к этому. Всегда борись с чем-то. А я хочу дать слово Леониду Агутину. Я, друзья, хочу всех поздравить, во-первых, сегодня. Был замечательный, потрясающий, уникальный совершенно концерт. Спасибо. Поздравляем Пелагеюшку, нашу любимую. Даже в нашей замечательной программе «Голос» такие удивительно классно собранные, поставленные, музыкально, сценически, режиссерски выстроенные концерты бывают нечасто. Спасибо большое. Конечно же, благодарность Азеру, Таечке, Анечке, Всеволоду, Миланочке, всем. Огромная благодарность. Это, ты что творишь? Это, понимаешь, да? Понимаешь? Уровень, чувствуешь? Уровень вообще. Вот. Ну и, конечно, всем ребятам огромное спасибо из команды за их работу, за их талант. Я не устаю говорить о том, что, ребята, самое главное, чтобы там ни было дальше, это всего лишь этап вашей жизни, некий период. И, наверное, не имеет смысла расстраиваться тем, кто не попал, и заблуждаться по поводу себя, кто остался, тоже не имеет, ребята, особенного смысла. Все еще миллион раз поменяется. Боритесь, держитесь, учитесь, занимайтесь, у вас вся жизнь еще впереди. А вам спасибо за удовольствие, которое мы сегодня получили. Спасибо большое. Мужчины высказались, но сегодня у нас, как в Германии, все решает женщина. Кого оставит в проекте Пелагея, узнаем через несколько минут. Еще несколько часов назад их было 15, сейчас их 5. В финал попадут только 2. Кто именно? Сейчас нам скажет наставник команды Пелагея. Сейчас еще сложнее кого-то выделять, выбирать и так далее, потому что, ну, вы же понимаете уже, да, уже нет, и ни до этого не было ни проигравших, ни победителей. Есть 5 человек и 2 почему-то места. И в проекте остается... Первый, кто это будет? Это будет Азер Насибов. Азер Насибов. Еще один финалист суперпроекта «Голос». Дети. Ну все, все сделал, как сидим. Ох, так, ну и к нам идет сейчас. Опять же, не потому, что кто-то хуже, кто-то лучше. Я знаю, что я, как я могу пригодиться этому артисту. И артиста этого зовут Таисия Подгорная. Таисия Подгорная. Еще один финалист суперпроекта. «Голос», дети. Давай. Ну вот, садитесь. Я думаю, что и я, и телезрители, и Лера скажут вам, что вы сделали так много в рамках этого проекта. А сколько вы сделаете еще впереди? А сколько сказали, что уже состоявшиеся артисты, потрясающие совершенно. Это же правда. Это правда. Невероятные артисты. Это правда старт. Давайте-ка и послушаем. Поехали. Нили. Я хочу выразить свою благодарность всем наставникам.
Я хочу выразить отдельную благодарность Сергею Сергеевичу. Спасибо вам большое. Хочу выразить свою благодарность всем тем, кто организовал такой уют в этом проекте. И вообще спасибо, что голос «Дети» есть. Да. Он дал огромную возможность не только мне, но и многим детям. Сергей Сергеевич, а вот выйди сюда. Люди ж думают, что ты только наполовину существуешь. Но тебя так показывают. Понимаешь, столько про тебя говорят. Он настоящий. А многие ведь думают, что тебя не существует. Давай. Только не забывай, что сзади стоит вон Жилин. Начни сразу с благодарности ему. Я хочу выразить благодарность всему проекту «Голос Дети» и такому замечательному оркестру Сергея Жилина. Я в твоем месте так же поступил. Ты не сжимай так ребенка-то, а! Давай, дорогая. Я хочу сказать спасибо, конечно же, всем организаторам этого проекта. Он очень приятный, атмосфера такая добрая. К детям ко всем относятся одинаково добро. Добро. Я не знаю, как это сказать. Дальше я хочу сказать спасибо своим близким и тем людям, которые помогали мне на протяжении всего этапа. И, конечно же, своему педагогу по вокалу Пелагее. Ой, ты моя девочка. Спасибо, ребята, вам большое. Мы получили огромное наслаждение, слушая вас, общаясь, просто будучи с вами знакомы. Браво! Спасибо! Спасибо! Умники мои, вы мои хорошие, вы моя гордость, вы мое счастье вообще. Я так вами горжусь. Спасибо вам огромное, мои хорошие.